Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан. Извините, что пропал. Я очень сильно по вам, по всем соскучился. У нас новенький. Всем приятного просмотра. Всем привет, добро пожаловать на канал. С вами Ник Форелл. Огромное спасибо моей подписчице Реджине за рекомендацию. Этого певца зовут Димаш. И я наслышан о нем в комментариях. Целая орава людей просила меня сделать эту реакцию. По всей видимости, у него ангельский голосок. Давайте посмотрим, настолько ли он талантлив, как говорят. Единственное, что я знаю о нем, так это то, что он с Казахстана. И на этом как бы все. Какая завораживающая музыка на фоне. Он здесь рассказывает про отца, который многим пожертвовал ради него. Так сказать, поднял его на ноги для лучшей жизни. Обычно я прям пытаюсь разобрать смысл песни по словам. Но сейчас мне не до этого. Сейчас я зачарован голосом этого человека, который непоколебимый. Его способность брать и низ, и верх, и пересекать с одного края диапазона на другой, и делать это так превосходно, это дикое удивление. В его голосе есть какой-то необъяснимый элемент, и я пока никак не соображу, что это. Я просто сижу здесь в трансе, как и вся эта толпа, которая смотрит его. Теперь я понимаю, почему Диджина и все остальные так просили меня это сделать. Очень классно. Это еще и в Казахстане. Просто потрясающе. Мне нравится эта электронная гитара, которая подыгрывает на фоне. Это фоновое звучание добавляет больше атмосферности. Вот.
Да у меня вообще нет слов. Как я уже говорил, его вокальный диапазон – это самое абсурдное, что я когда-либо слышал. И я всецело обмурашен. Даже представить себе не могу, как он такое вытворяет. Это бог знает что. И песня тоже непростая. Он говорит о том, что хочет посадить сад в честь своих родителей, которые пожертвовали собой ради него. Я не знаю, это кавер или оригинал. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Напишите мне о нем. Я о нем ничего не знаю. Как он так? Он обучался классическому пению? Я к тому, что этот голос, он же реально ангельский. Я могу с полной уверенностью сказать, что никогда не видел певца, который способен на такое. В плане диапазона. Его способность брать эти ноты, начиная от баритона и до самого-самого верха. У меня крыша едет. Хотя дальше ехать некуда. И как мы видим, все это происходит на стадионе. Получается, он уже очень такой большой артист. Я в настоящем шоке. «Приехали» называется. Реджина, я не знаю, что ты со мной сделала, но ты только что открыла для меня целый новый мир. Ох, чувствую, как я туда погружусь. Боже мой. Воистину, ангел. Всем спасибо за внимание. Постараюсь радовать вас как можно чаще. Всех люблю, всех обнял. Пока.